Итак, всем привет! Сегодня четвертый урок из серии Quick Blender. Сегодня за несколько минут мы создадим вот такую вот траву. Можете посмотреть. Итак, давайте начнем. Для того, чтобы начать, нужно проверить, включен ли у вас один из аддонов. Тестинг нажимаем. Набираем Lab. И проверяем, включен Grass Lab. Да, включен. Хорошо, нажимаю клавишу T, Grass Lab, Create Test сцены и создаю траву. Перехожу на вид через камеру. Вот, пожалуйста, наша трава. Ну, можно сказать, готова. Давайте сейчас немножко над ней поработаем. Можно сделать, чтобы трава росла именно там, где нам это нужно. То же самое можно делать и с волосами, и мехом, которые создаются подобным образом. Давайте перейдем на режим рисования веса, увеличиваю силу и просто рисую, где хочу. На этом шарике. И сейчас то, что я нарисую, повлияет на то, где будет моя трава. Угу. Закончили рисовать. Перехожу на закладку Particles. И закладки Vertex Group выбираю группу, которая создалась благодаря моему рисованию. Вот, посмотрите, что получилось. Где я рисовал, там пусто. Можно инвертировать, тогда наоборот будет. Где не рисовал, там будет трава расти. Вот, готово. Но давайте сейчас применим это непосредственно на нашу плоскость, которая нам нужна. Перехожу на изначальную нашу сцену. Ведь, помните, создалась тестовая сцена. Создаю, например, плоскость. Подразделяю плоскость. Создаю как бы небольшой холм с помощью инструмента пропорционального моделирования. Вот такой холмик. И вид через камеру сделаю такой. И теперь применяю сюда частицы и выбираю первую систему частиц, которая была изначально создана, когда мы создавали шарик с травой. Смотрите, частицы применились. Также применяем и материал, который был создан. Давайте отрендерим. Почти ничего не видно. Это из-за того, что шарик тестовой сцены был маленьким, и частицы были построены под него, они тоже маленькие. Это можно устранить, если увеличивать количество частиц, их толщину и размер. Мы пока сделаем проще. Я выделяю все и просто все уменьшаю. Смотрите. Просто уменьшаю все. Вид через камеру, трава стала большой. Потому что нашу сцену я уменьшил. И вот сейчас посмотрим. Видите, уже траву видно. Но она слишком тонкая. Давайте немножко над ней поработаем. Закладка Stamp. Вместо 0.0.0.30 поставим, например, вот так вот 12. И посмотрим на нашу траву. Вот видите, она уже более такая видимая становится. Можно добавить количество. Закладки Children, рендер увеличиваем до 120 примерно. Вот смотрите, количество частиц. Можно лампу поменять на Sun, чуть-чуть сделать желтую, добавить силы освещения, галочку на Sky поставить. Вот наша трава готова. Если потратить еще несколько минут, то все это можно легко превратить вот в такую, например, картинку. Задать движение траве, поработать над цветокоррекцией и так далее. На этом урок закончен. Смотрите наши уроки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.